Всем привет! Сейчас я устрою этому блоку питания стрессовый тест. И стресс в экстремальных условиях. Делаю я ему короткое замыкание. Так, вот, короткое замыкание сделано на оба канала. Вот и вот. Включаем. Сейчас я делаю так, чтобы ток был 1 ампер в каждом канале. То есть ограничение делаем минимальное и начинаем прибавлять напряжение. Ну вот здесь 1 ампер и здесь 1 ампер. Ну вот так вот достаточно. И все, и ждем. Будем ждать. В часок подожду и потом посмотрим, что произойдет. Итак, прошло 10 минут. Мы видим, что один канал уже все накрылся. Вот, пожалуйста, по нулям. Еще этот помучаем маленько. Посмотрим, что там произошло. Ну вот, прошло уже где-то часа два. Левый канал в норме, а правый накрылся. Что, сейчас открою, посмотрю, что там произошло. Да, бедный блок питания, горячий, как печка. А снизу прям вообще дотронуться горячо. Трансформатор просто кипяток. Ого, дотронуться невозможно до трансформатора. До радиатора вот можно дотронуться, а до трансформатора невозможно. Сколько тут градусов, я не знаю. Ну а вот, кажется, то, что с ним произошло. Вот этот проводок. Похоже, он отпаялся. Из-за этого, наверное, он быстро и вырубился. Сейчас я попробую этот проводок припаять назад и посмотреть, что будет. Вот как транзистор-то даже сдвинулся. Сместился. Был припаян так же ровно, как этот. Вот от нагрева даже он как искривился. В общем, сейчас все припаяю и посмотрю, заработает или нет. Еще я обнаружил, вот это все болтается. То есть, вот я двигаю, мы видим, что болтается этот транзистор. А вот если приглядеться, то видно, что вот эта пластмассовая... Вот эта пластмассовая шайба, втулочка вот эта, под винтом она расплавившаяся. А вот с этой стороны нет. С этой стороны нормально. А вот здесь вот она торчит. Она расплавилась. Посмотрим, что же тут произошло-то с этой штукой. Приплавилась, блин. Вот я ее куда-то, она отскочила. Непонятно куда. Но я поставлю сюда другую. А почему это произошло? Скорее всего, я просто ее не сильно затянул, поэтому транзистор сильнее грелся и тепло все не отходило. Сейчас буду другую ставить.
пальцы, как я прикрутил его. Как будто вот это попало куда-то не туда. Вот так вот. Сейчас затянем. Так. Так, теперь проводок вот этот вот должен быть припаян вот сюда. Больше с виду так ничего тут и не видно, что что-то неисправно. Так, что, включим, посмотрим. Так, включаем. Работает, да. Видимо, просто оторвался вот этот проводок, да и все. Отпаялся. Второй канал выдержал отлично. Правда, нагрелся как печка. Трансформатор до сих пор горячий как печка. Ладно, больше его так мучить не будем. Можно сказать, что испытания прошли удачно. Ничего не сгорело. Паялся только один проводок. Всем пока!